какой-то. Ну, что-то 8. Правовернее, чем папа. Знаешь, все как бы, все же полиции выскакивают. Вот, поэтому никто никого там не собирается не сажать, ничего, но все пытаются продемонстрировать свою верность. Сама... Дурбан курсу. Уже, он же судил курс. А ты знаешь, что вот Аня, после Ани, значит, дочь Ксюши, Миша, давала, и ее просили даже, чтобы все это. Аня была оправдана. Среди он не понял, там какая-то а вот она. Я подъясняю. Арта-да. А? Ну, здесь еще два осталось. Ситар и это. Ромашка. Нет, я думаю, что там дело вообще не в Ерофеевском. И вот Нилин написал письмо. Ну да. Милович мне сказал, что пишите письмо президенту. А где она? Я уже дальше туда идет. Так, Вася, туда. Ну-ка. Сереж, мы пошли туда, вот здесь рядом. Ты жди здесь Ситара. Ситара, тоже опоздавшего. Пойдем. Юра и... Давай, слушай, сейчас начнем. Юра, вот держи вот так вот. Куртку оставь. Айляди. Вот так вот перед на нас направляй вот так. Вот сначала между этими кустами на нас встань, подержи, а потом вот там на дорожке. Хорошо. Мы просто тебя фотографируем. Да, стоп, стоп. Вот, ну, стоп. Нет, только пониже, пониже. Пониже Ножницы дать? Игорь, у меня есть ножницы. На. Ну ладно, давай ножницы. Хотя это так можно. На. Ну зачем? Вот. А нас круглый, Игорек, скинет.
Провески, я же не знаю, как это. А куда вешать-то ты, покажи. И две, и там нужно повесить круг лицом к реке. Хорошо. Кто может? Давай, давай я. Вдвоем? А то ты все лазишь. Вот, видишь, слева вешаем, внизу очень хорошая. Спортивный азарт. Это может на борьбе стоит? Осторожно, ой, ё, может упасть. Гнилая. То есть, видимо, сначала нужно обмотать так, Андрей, провод. Что, собственно говоря, надо будет сделать? Вот, на. Мы тебе его подадим. Повесить на куда? Вот выше надо. Вот тебе надо встать вот туда. Нет, куда мне его надо будет повесить? Вот видишь, прямо передо мной вот этот ствол. Вот на сюда? Нет, вот на центральный, вот. Да. Ага. И прямо точно лицом. Андрюш, вот посмотри. На что я ее повешу? На вот этот сучок? Это закрой сейчас, Лен. Это... И, видимо, прямо на эту большую палку надо взять. Я думал, это вот так обматывается, потом... Ой, Юра, осторожно. А вот это... А как вокруг дерева? А за ветку нельзя повесить? Нет, вокруг дерева. Ну так там хватит проволоки. Нет, я не понимаю. Я думал, что это вот так вокруг дерева обматываешься, а потом вот раз так насаживаешь. Ну можно и так. Нет, ну по-всякому можно. Юр, дальше не надо, выше не надо. Хорошо. Юр, вот конец. Юра. Да. Ну, вот, конец вот, можно взять? Да, сейчас. Еще карта. Ага. Приятно, программа. Нет, это как-то неправильно. Нужно очень, чтобы это мы неправильно придумали. Значит, нужно две веревки. Сейчас, Андрей, а вот это слишком высоко, нет, ниже. Ниже вот где твои ноги, где твое колено? Ну вот так, так пойдет. А так. Там сук, понимаешь? Так вот я ее привяжу к этому. Это сука, он отвалится. Он нужно... не отвалится. Не, нужно как-то вокруг дерева. Нет. Не, Андрей, он уже отвалился. Сук... Вот так хорошо будет, да? Нет. Неровно. А нужно, так, чтобы. Вот... Нет, ниже просто, ниже сука. Ниже опусти. А. Вот под суком, чтобы верхний край был под суком. Верхний край под суком. Да. Вот так. Перекинь... Да, вот еще ниже. Вот. Чуть-чуть. Вот. Да. А так как же она будет держаться? В том-то и дело, вот что... Смотри, вот смотри, вот так, ну, вот так, да, нормально? Вот так нормально. Андрей? Ну так как-то можно, а да. Как вы хотите? Вот я хотел ровнее, да, конечно. Вот ровнее. Так хорошо, ну примерно по высоте так, да? Да, только ровно цифры должны... Почему они неровно, ты говоришь, сделать? Сейчас попробуем что-то сделать. Почему неровно? Можно выровнять пониже. Неровно, потому что оно не по центру тяжести. А, ну давай, вот это обматывай. Вот так нормально? Нормально. Да, обматывай. Давай второй, это, где вторая? Провод? Вот же она, да. Ну вот она. Вот. И вторую надо вот, именно там есть второй крюк снизу, да? И уже на. Вокруг дерева. Нет, это нет. Надо вот. Скрыть это все. Это нормально. Теперь вот нужно второй ниткой. Сейчас. Она болтается. Так, и вот смотри, видишь там внизу? Внизу круга. Вот, ну, такой да, же. Вижу, да. И вот, понимаешь, нужно вот вторая эта, да? Ага. Видишь, возьми ее. Игорь, типа... Сейчас, подождите, ниже надо будет привязывать, да? Да. Слушай, это она мило, гнилая. Ну, я вижу, что это. Не, она сейчас она уже падает. Андрей, я у основания по инцистану, я думаю, что может быть. Ой, нет. Тихо. Так, есть. Вот понимаешь, и вокруг дерева, и как-то вот чтобы это прижимало. Понял, хорошо, это не проблема. Вообще она немножко кривоватая. Нет, ровно, нормально. Вот так? Да. Вот хорошо, вот это то, что нужно, вот.
О. Да, вот все идеально. Все. Да там остеток. Гнездо, по-моему. Да? Да. А как наш верхний сучок не обломится? Нет. А, ну отлично. Да, вот это уже не гнилое, это нормально. О! Видишь, она гнилая совсем. Тебе надо как-то присесть. Присесть? Да. Ну вот, теперь полюбуйся на плод своих. Ну хорошо, а чуть-чуть кривовато. Нет, нет, ничего, нет, это живость такая, зрения. Живость, живость. Туда, туда. Как-то довольно естественно выглядит, да? Да. Это как обозначение там глубины или микрота такого. Оригинальный мост. Так, блин, не могу с этой стороны. Куда это столько много берет? Много не надо. Да. Игорь взял или я взял? Не распутывается? Распутывается. А, распутывается, да? Да, есть еще. Видишь, что с тебя касается? Ой, да. Да. Это я прямо как из града Китежа. Угу. Как думаешь, какая вот высота до реки? А, вот середины. Сколько нужно веревки? Ну, метра три, метра четыре. Проще там обрезать. Уже. Не, ну это там неудобно. Удобно. Нет, вот это, мне кажется, достаточно. Вот та, видишь, как висит над рекой это? Да. Вот примерно так же надо. Посередине там, видишь, прутья. Почти над самой подожди, водой. Подожди, Юр. Да. Но вы будете командовать. Да. Подожди. Самое главное ее не уронить. Ну, отлично. Вместе с Сережей, с ситаром. Очень осторожно здесь. Смотрите, крутится. Вот, видишь, так. Видишь? Главное ее туда не уронить. Да. Как же она на веревке тоже уронит? Ну, во время можно уронить делаем. Вместе с веревкой. Надо подстраховать сначала, завязать веревку. Я буду держать, а Юр будет за это, не наоборот.
А сквозь прутья, да, пропустить? Посередине, можно? Посередине, да. Ниже, ниже. Опа, крутит. Да, она должна крутить. Ну, хороший, да. Ты грузишь здесь пароходы. Чего этот мост как-то живет? Ну, какой тут мост? Ничего. Так, а где же он взял веревку? Он сказал, что Машка ему не привезла. Нет, она привезла. Она же выбирала из двух. Много веревки лишь. Даша, вот отсюда хорошо видно, вот отсюда. Угу, сейчас. Не надо, я ее сейчас отрежу, и не надо. А чего, так хорошо? Да? А чего, да? Ну, давай. А? Не посередине моста, да. Ну и что, вы будете переделывать? Да, переделать. Нет, ну подожди, вообще отсюда кажется, что посередине. Нормально. А? Юля, как? Оно выглядит, что на середине или нет? Да. Выглядит на середине, выглядит на середине. Выглядит на середине. Да, да, да. Нет, а потом из середины моста совершенно не обязательно. Конечно, третьего человека она выдержит. Что, вот эта конструкция? Да. Выдержит. Тут 10 рук выдержит. Сколько вообще крутит? А?
Да, это у вас скорее как такое общее дружеское знание, которое у них беседуемости просто, да, просто распространяется между друзьями. Боль. Нормально выглядит, нормально. А как вы поняли, что не телефон? Ну, потому что... Так. К сожалению, чуть-чуть. Так, Игорь, значит, Лена, это тоже, это следующий момент акции, Юля, вот этого. Вот сюда, Игорь и Лена, ставьте сюда. Игорь, это вот тебе. А это Лене. Да, но это не так, такая. Потом я все объясню. Теперь нам вот так вот постойте. И ничего не видно. Контрфейс. Ничего не видно. Как-нибудь можно вот на. А давай вот сюда, вот это еще хуже, против солнца. Пока, а что ж такое? Вот сюда вот давайте, вот здесь, чтобы освещение было вот здесь. Вот так, да. А, вот так есть. Я же, встань. Так, все, это... Игорь стоит с видом такого очень тертого человека. Так, правда, это себе складывайте в сумки. У вас есть сумки? Вон, вон. И пошли заключительный этап. Так, осторожно, потому что тут еще, Юра, вот, лучше прыгать. Там глубоко. Вот в этой канавке. Так, вот сюда. Здесь, конечно, тесно. Но... Сейчас, постойте тут, я посмотрю, ладно? Примерно как в разливе. Там теперь, знаешь, огромное пространство называется рай в шалаше. Сдаются. Вот. Его раньше собирали каждый год. Это из настоящего сена? Да. Я не знаю, что без ножа, как это делать, а что надо сделать? Юра, одень вот это. Так, и что? Это уже странно. Это часть акции или это часть снаряжения? Часть снаряжения. Ну, где снаряжение, там и акция. И наоборот. Верно. Теперь я не знаю, что делать без этого. Без ножниц. Ну, можно ужасно. Чем-то перепилить на типа на ключом или что-то. А, веревку? Вот, пережечь можно. Пережечь можно. Веревку вот, держи это нейлоновая веревка, конечно. Она легко пережет. Просто. Значит, нужно мне вот так вот ее привесить. Ага. Вот ну, так. Может быть. Вот так на... вот за это зацепить, вот так. Так как ты ее? На желтый обязательно. А? А у меня же белая есть.
Она коротенькая? Короче. Ну. Нет, давайте на желтую. Мы перешли. На желтую. Да. Так, а перчатки зачем? Это сейчас я тебе скажу. Это самое главное. А сейчас ты скупаешься в болоте и вытрешься вот этим платьем. Давай, как пережечь-то? Кто умеет? Ну, зажигалка. Давай, я. Кто-то это сделал, вот это, ну как, я не понимаю, как это. Оно так здорово. Вот смотри, у меня зажигалка прокилена. А, вот точно. Вот надо прикинуть это самое. Андрей, это вы сами сшивали? Нет. Только не это самое. Не разорви случайно. Вот это хорошая, такая страшная вещь, да? Лена, это ты ее так запаковала? Я тебе ее размотала. Да, все, все, вот, все, все. Вот достаточно, мне кажется, вот такая, пережигай. Вот и все. Все. Так, значит, вот. Вот Юра, по-моему, не придумал пережечь. А это другой же павлин. Это и другая рамка. Там изображение в рамке есть. Так нормально? Ровно? Это химера. А? Да, химера какая-то. Так ровно? Химера. Ну, так оно как сбоку, но как раз так хорошо, мне кажется. То есть оно не к стволу прямо, а как приложено. Нет, это надо, чтобы... Да? Вот так вот. Вот так, вот так вот. Сейчас. То есть мы ее должны потом обматывать. Сейчас, сейчас. Вот так там. Нет, нет. Вот так, вот так хорошо. Да? Точно? Да, да, да. Вот так оно вот послало. Так. Теперь, Юр, вот тут лужа есть. Сила. Вот ты же в перчатках. Да. Можно полностью вывалить это выли. Вот это полотенец. О, вот это что такое? Это смелое. А вот это дай пережечь. С фактурами. Там есть ил достаточно? Как же вы это делали? Все. Так, Андрей, выжать? А? Выкрутить? Отжать? Отжать? Ну так, не очень. Не очень. Нет, чтобы оно все было, все. Оно все? Подожди, подожди, Юра. Дай посмотреть, оно черное? А, ну вот такая, но есть разные кусочки. Можно так, что она будет... Нет, мне кажется, вот так хорошо. Хорошо, да? Хорошо, чтобы вся была грязная. Да, вся грязная. Видишь, что такое? Ну, оно... Это не грязь, это какая-то просто вода, это да? Это ил. Ил? Ну, что это? Так. Она какого-то фиолетового. И давай теперь сюда. Не видим, а как. Ну что, еще сделать грязнее? Нет, желательно. Вообще желательно, чтобы да? Совсем была грязная. Хорошо. А то есть вот именно, чтобы вот эта земля на ней была, да? Да. Здесь тут у вас все слишком чисто. Во! Вот, да. Вот хорошо. Вот, это уже как ком такой местный грязи. Так. Сейчас мы травинку уберем. Грязь немножко ассоциируется. Так. Вот она, Россия. Россиюшка. Так. На русской земле? Чтобы не её, её. Её? Да. А-а-а. Во. Как-то, видимо, завязать, что ли, сзади, за холмом, да, завязать. Прям может туда зажать. Что? Вот. Только комплект. Когда она высохнет, она не размотается? Нет. Она наоборот должна натянуться. Натянется?
Она не сохнет. Замечательно. Во. Компресс. Так, лечение. А что на фон? Я объясню. Нагорная проповедь. Да. А это не отсюда чемодан? Нет. Кем? Что мы делаем? Ой. Вот. Сначала у нас Юра снимался вот тут, 25, помните? С черным кружком в другой этой самой, да? Почему 25? Помнишь? Это все номера старых акций. А-а-а. Вот 25-й, в 81-м году, вот ромашка на ней была, это темное место. Где искали самое темное место, вот где Юра стоял. А, это вот там, где я стоял с павлином. Да, первый, да, первый. Потом мы пошли вот сюда. Вот 113 – это как раз новая акция сегодняшняя. Она только тут происходила. Все остальное, вот это вот, да, это все как бы боковые ходы. 113 висит на дереве. 113. Угу. Потом мы пошли сюда. Здесь в 93-м году была 62-я акция «Розетка». Угу. И самое смешное, что вот эта вот тишина МГ 62-го года тоже. Там, вот это я только недавно узнал уже. 62-го? Да. Потом сюда, здесь 65-е, здесь в каком-то 93-м, 92-м была акция вручения Ануфриеву, где мы вручили вот Лене с Игорем, вот это вот. Угу. И потом мы пошли сюда, вот это новое место, но оно не акционное, акционное только это. Где мы сделали вот это из игры вот этой Визарди, которая вот и вам, и это ее зовут Нирвана в одном месте, а в другом Сфинкс. Почему-то. Да. А вот тут вот, вот где вот Юра стоял, вот 25-е, вот Юра тут стоял. А это кто? Вот это 25-е, это я в 81-м году. Ага. И вот тоже тут Юра, вот с этим вот, 62, это где вручение вам было, 65-е. Да. То есть тут вот такие вот целые вот структуры. Угу. Вот этого места. Это вот тебе могу дать, Юр, чтобы у тебя была как бы карта такая. Карта. Спасибо. Ну, может быть, я не знаю, я ж... Куда? У меня нет хранилища. А ты сейчас куда-то уйдешь? Нет, вообще-то я нет. Ну, просто, чтобы, потому что им хорошо. Я вручил вот эти две, а тебе, ладно, чтобы было... Хорошо, спасибо. Вот это вот. Сейчас, сейчас. Там написано число, все. Где? Сзади. Нет, ничего не надо. Надо зачем? Написать. Ну, как? То есть, сама акция, это только вот это 113. Это круглый круг с этими цифрами, как вот из космоса вот эти вот штуки, а все остальное это такие вот как бы боковые всякие ходы. А как называется акция? Да, акция называется «Пересечение 2». Вот «Пересечение» первое в седьмом томе, это помнишь, мы с тобой «Желтые собаки» в заповедном Дубраве потом делал этот, Кулик пересекал. А здесь «Пересечение 2», почему это «Пересечение» с разными другими акциями, с «Капитоном». Потому что вот две такие штуки я вручал Юрию и Вадику на Рогожском кладбище. И поэтому это и пересечение с линией Капитона, линией КД. Поэтому пересечение 2. А что такое Капитон? Это вот группа. Такой момент акционный, пластический, это вот это, с черной тряпкой, да, наверное, все-таки? Да. Хотя сама акция, это вот этот зеленый круг. Нет, для меня с тем, с первым павлином тоже было хорошо. Потому что, во-первых, интересно, что где-то косвенно в подсознании мне это напомнило действительно акцию «Темное место». А в чем? Я не знаю почему. Ну, что-то у меня мелькнуло. Да. Потом мне очень понравился как раз оборот вот этой штуки. Там ничего, там только вот эти следы от литья, вот это как такая золотая перистость. Вот оборот у этой штуки, да, да, да. Так она вон у Даши в сумке, та, которую ты держал. Да, да, да. Ну это точно такая же рамка или другая немножко? Другая. Та розовая, которую ты держал, а это такая вот как типа павлина, более похожа на павлина. Но в смысле форма точно такая же, литье, точно такое же. Не совсем, нет, это более такая, там еще камешки добавлены. Это дороже стоило, на 1000. Какая? Они очень дорогие. Но матрицы, из которой отливали, та же самая. А? Матрицы, из которой отливали. Ну, там с добавлением камней. Камни настоящие? Нет, конечно. А почему такие дорогие по 3000? Потому что там, черт знает, там вот эта лапка задняя, она тоже там с какими-то камнями.
То есть в рамке павлинов, да, мы начали же с павлина и кончили павлином, да? Да. Вот эти вот странные цифровые какие-то дела. Из игры. Не только из игры, потому что и вот это 113. Потому что главное все равно это вот 113. А под название это Макаревичу, Елагина и Лидермана. Под название. Пересечение 2, под название Макаревичу, Елагина и Лидермана. Значит, мал. Что? Мал. Мал. А что значит мал? Ну что, мал ты. А, 62 это, между прочим, поединок, гексограмма переразвития малого. Точно. Нет, и странно, что совпало вот этот год смерти, 62-й. Вот это. Вот это тишины МГ. Которая похоронена на Роговском кладбище. Вот если бы со стороны наши разговоры послушали. Так тишина МГ, наверное, тишина. Вот она, тишина МГ. Вот, видишь, тишина МГ. И год ее смерти 1962. Вот что это, значит... Конечно, Лена права, она, конечно, тишина и тишина, но... Понятно, что тишина. Но, и это только а рождение какого? И обратите года? Внимание, МГ, здесь все связано с МГ, потому что и когда мы вручали Ануфриеву, и когда мы делали розетку, да, то МГ действовало. То есть три группы задействовали. Да. КД, да, МГ и Капитон. Да, 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 да. Да, МГ явно мелькает. Незримо, да? Родилась. Да, 97-го. Там все написано? Знают. 97-го? Конечно. МГ? Да, похоронена в 62-м. Ну все, можно двигаться по обратному направлению. Там еще Гомозов какой-то поклонился.